Мы находимся на форуме уличных культур. Это второй всеукраинский форум развития уличных культур в Украине. Направлен на создание экосистемы развития уличных культур в нашей стране, сотрудничество между организациями, активистами, промоутерами, организаторами, лидерами мнений, атлетами и всем комьюнити, которое существует в нашей стране. Сложно такое новое мероприятие. Обычно мы делаем ивенты, собираем людей на шоу, да, делаем соревнования, развиваем молодежь. Вот. А это форум, это образовательная платформа для образования, обмена опытом между друг другом. Максимально внедряем свой ивент, опыт. Это также создание программы развития уличных культур Украины, создание программы развития разных городов Украины, привлечение наших друзей из разных стран, которые уже достигли успеха определенного. Это ребята из Латвии, из Франции, из Словакии, которые покажут мировой опыт, покажут, куда двигаться Украине вообще. То есть максимально мы смотрим на всеукраинский опыт, максимально мы пытаемся друг другу помочь в развитии и смотрим на то, что уже сделано, делаем выводы и попытаемся создать лучше, чем уже ребята создали, используя их опыт. То есть это образовательная платформа для уличной культуры всех ребят, которые живут ей и занимаются. Прошлый форум дал нам понять, что нужно не только делиться опытом со всеми, кто пришел на форум, но и конкретно делать какую-то работу. Мы будем делиться на группы по регионам, по городам, а также по культурам и решать конкретно задачи, которые дадут возможность сделать, так сказать, экосистему всей Украины по развитию уличных культур. Будет презентация урбан-парка вместе с урбанистами, День музыки. Мы с ними сейчас сотрудничаем. У нас за последний год было проведено ряд мероприятий. Это фестиваль уличных культур, фестиваль паркура, фестиваль BMX, фестиваль воркаута, фестиваль брейкданса, брейкидс. Вот. Все эти фестивали дают возможность развиваться молодому поколению, а также почувствовать каждому человеку хоть на какой-то отрезок времени себя счастливым. То время, когда ты занимаешься любимым делом. То есть для кого-то это выиграть фестиваль, он становится счастливым. Для кого-то взлетать на велосипеде, он чувствует себя счастливым. Коннектиться между друг другом, помогать друг другу развиваться и быть счастливым. Я уже 17 лет занимаюсь брейкингом. И лично мне, допустим, брейкданс, да, научил меня дисциплине, научил меня старанию. То есть и я это все старание, дисциплину, я это переношу на другие все свои дела. То есть я стараюсь выполнять все на максимум, на 100%. То есть если браться за какое-то дело, то доводить его до конца. То есть вот это основной принцип. Из-за этого как бы все идет. Харьков стал первым городом, который утвердил такую программу развития уличной культуры. В прошлом году состоялся первый форум уличной культуры, на котором съехались представители со всех городов. Ребята поделились своим опытом. Был подписан меморандум, в котором говорилось о том, что эту культуру они попытаются совместными усилиями развивать на территории не только Харькова, но и всей Украины. Проходит второй форум, который фактически станет таким подведением промежуточного итога того, что было сделано за 2 года, и будут сформированы планы для развития в дальнейшем. Следующим этапом станет создание такой площадки, платформы, инфраструктуры, чтобы эти ребята могли заниматься в одном месте, проводить какие-то тренинги, мастер-классы, показательные выступления, привозить других исполнителей и проводить крупные масштабные мероприятия. Это вот создание урбан-парка. На сегодняшний день мы говорим о парке машиностроителя, который фактически уже в течение 4 месяцев проводится работа по его изучению. Центральное лобное место этого парка для всевозможных направлений спортивных. Это место должно иметь такую
центральную площадь, где можно будет проводить какие-то концерты, фестивали, крупные выставки. Ну и, конечно же, этот парк, он не будет исключительно для экстремальных видов спорта, уличных видов спорта. Этот парк должен стать местом отдыха для харьковчан, поэтому достаточно большая концепция, вот и идеология преследуется в концептуальное наполнение этого парка. Практически разработан мастер-план для этого парка, который включает в себя все мнения, все возможные пожелания, да, того, как бы этот парк мог развиваться. То есть мы после летнего фестиваля мы проводили еще воркшоп 2 недели назад с жителями, и мы обсуждали уже наполнение. Наполнение каждой зоны, наполнение всего парка, да, таким детальным. И мы надеемся, что в середине декабря мы представим финальный проект общественности города, да, где можно будет с ним познакомиться. Батя, Путя, Путя! Болтаю на танцполе! В первом году все приезжали со знаком вопроса, что это вообще происходит, то есть не понимая в смысле, что такое стрит-калчер, зачем он нужен и какие перспективы, в принципе, ожидаемы. Если в этом году уже все осознанно уже приехали и понимают, что нужно объединяться. Вот на примере Харькова, как многие культуры объединились в одну большую команду и развивают каждую культуру совместно. И мы хотим показать на своем примере, что это должно развиваться в каждом городе, потому что если есть команда, есть большие результаты и очень большие перспективы, и что сам street culture будет параллельно развиваться на всю Украину. Но мы как продолжали развивать воркаут, так и продолжаем развивать, то есть мы на этом не останавливались. У нас еще открывается зал, у нас строятся площадки, у нас популяризация людей большим ходом идет. Но мы сейчас начали совместно сотрудничать, совместно дружить. Была большая проблема, когда приходит холода, все спортсмены не могут заниматься на улице. И поэтому, кто теряет форму, кто, в принципе, вообще не может развиваться. Сейчас мы этот вопрос решили. И желающих столько стало больше, что залов не хватает. И мы сейчас работаем над этим, чтобы открывать еще больше залов совместно с Харьковским городским советом. Вот последние почти полтора месяца команда Street Culture пригласила совершенно разных спикеров из Харькова. Вот. В частности, я ездил вместе с ними по Луганской и Донецкой области. Мы проводили в разных городах тренинги по развитию громады. Активисты из общественных организаций, они приехали сегодня сюда. И здесь они будут писать также программу развития Луганской и Донецкой области. И потом будут ее внедрять. Они уже сегодня создают такие тусовки, общения между разными городами. То есть это 3 города из Донецкой области, 3 города из Луганской области. Они уже сегодня коммуницируют. И вот если говорить про качественный результат, то он уже есть на сегодня, как минимум в этих городах. Уличные культуры сегодня развивают молодежь. Уличные культуры сегодня объединяют ради одной идеи там, быть небезразличными к тем проблемам, которые есть. Уличные культуры объединяют любовью к культуре. Своей. Мы видим только позитивные изменения, которые они несут. Форумы, которые объединяют людей, они особенные, они не похожи друг на друга. Потому что когда люди знакомятся, сплочаются, может пройти что-то такое невероятное и особенное для каждого форума в частности. Наша комьюнити, Street Culture, мы все делаем для того, чтобы показать людям, что уличная культура – это культура, которая ведет людей к развитию личности, самосовершенствованию, самодисциплине, самомотивации. И сейчас это престижно, это трендово. Вот, и мы популяризируем нашу культуру. В танцевальной культуре я нахожусь уже около 19 лет. Вот, street culture – это объединение таких организаторов и лидеров своих направлений. То есть объединяются брейкданс, воркаут, паркур, BMX, архитекторы. Конкретно я в этом нашем объединении представляю направление танцы, хип-хоп-дэнс. Танцы, они людям интересны всегда. То любое действие, любую деятельность можно сделать интересной. Главное в нее верить самому. Вот, ты веришь, что это классно, это круто, это приносит пользу людям, это приносит пользу обществу. Ты соединяешь людей, и вы это несете в этот мир. Меня пригласили в качестве эксперта в этом году и был спикером в прошлом году. В прошлом году, кроме того, что я участвовал как спикер, это мероприятие меня максимально вдохновило своим общением в кулуарах, потому что многие решения, которые были приняты в коридорах, они проработали целый год, и они дали большой толчок движению, которым мы поддерживаем.
Конечно, когда ребята сказали, что в этом году будет второй форум, я обрадовался и привез сюда с собой еще ребят, своих друзей, своих как бы сокомандников, с кем мы работаем, чтобы развивать вместе. Все люди, которые здесь присутствуют, большинство, мы знакомы лично, мы видимся. Но когда вы приезжаете на мой ивент, я что-то делаю, я занят своим. Когда я приезжаю на ваш ивент, вы заняты своим. И фактически вот такого места диалога, его очень сложно найти на обычном ивенте. Здесь же это вектор, то есть мы собрались для диалога. Это супер, мне кажется, это работает. Началось это еще лет 15 назад, когда в школьном дворе я увидел парня, который катался на велосипеде. Не футболом там занимался, какими-то привычными вещами, а катался на велосипеде. И для него все привычные для меня вещи, лавочка, покрышка, ступеньки, это был какой-то новый мир. И я прям понял, что вот где бы ты ни находился, это меняет твой взгляд на происходящее. И образно говоря, какие-то такие розовые очки. Вот без велика ты просто идешь, а вот с великом ты паришь, летаешь и фантазируешь, и это все здорово. Ну как-то с этого все повелось, и до сих пор любовь к велосипеду, она вот во мне, и поэтому хочется это продвигать, показывать другим людям, чтобы другие тоже попробовали это, если понравилось, этим занимались. В первую очередь это встреча людей, такое, знаете, скопление энергии, то есть очень много людей, довольно много по стране, которые занимаются разными направлениями, не только BMX, и мне все эти направления, они тоже довольно близки. Когда я начал заниматься стрит-калчер, я проникся и брейк-дансом, и паркуром, и воркаутом, эти все вещи, у них какой-то есть такой общий корень, что-то вот, ну, вот общее по духу, и этим всем здорово заниматься, и здорово чувствовать эту энергию, собираться с такими людьми, обсуждать, планировать и действовать дальше. Много мероприятий, много детей, которые подходят, спрашивают, фотографируются, берут в руки велосипеды, скейты там, танцует, пробует. Попав сюда в первый раз, при этом встретив много знакомых, друзей, товарищей, которые занимаются, в принципе, тем же направлением, чем как бы и я, в собственности, моя команда вся. Очень приятно всех видеть. Новые знакомства, сплоченность. Такого раньше как бы не было. Ребята делают свое дело, делают хорошо. Полезность есть, она в том, то, что мы все здесь собрались, открыты для дискуссии, сотрудничества, обмена опытом, и это уже большой-большой прогресс. Ребятам огромный респект того, что они собрали такую команду, то, что они занимаются хорошим делом, они подают пример будущему поколению, ребятам есть где развиваться, есть где танцевать, есть где заниматься паркуром, кататься, вдохновляться, естественно, проводить культурное время и видеть позитивную ноту того, как можно развиваться дальше в будущем.